Партийный проект «Единая Россия. Комфортная городская среда» набирает обороты. Город Кумертау на конкурсе представили 12 дворовых территорий. В рамках него будут благоустроены дворы и территории общего пользования. Одним из победителей конкурса стал дом 17А по улице Гуфури в селе Маячный. В рамках рабочего визита представители управляющей компании провели встречу с жильцами дома. Они увидели проект, который в ближайшее время будет реализован в жизнь. Было принято решение совместно с администрацией города Кумертау, собственниками многоквартирных домов об участии в этой программе. В рамках этой программы по благоустройству предусматривается установка малых архитектурных форм, а именно детских игровых площадок и детской спортивной площадки. Также возле каждого подъезда установка скамеек и урн. Во главе угла пожелания жителей. Для воплощения в жизнь своих идей достаточно организовать совет дома, выбрать председателя и предложить свои идеи по благоустройству двора. Качели, домик для детей, там будет спортивный комплекс, будет, это в порядке вещей, как говорится, хватает, нам будет хватать. Мы давно уже это ждали, потому что в прошлом году у меня внук приехал, и здесь, как говорится, упал и все снес. Поэтому мы давно уже ждем. Также в рамках программы жителям многоквартирных домов предлагают установить в дворе видеонаблюдение. Однако в селе Маячный это осуществить пока невозможно. А с видеокамерой, так понимаю, здесь какие-то есть проблемы? Чисто технического характера. То есть пока на сегодняшний день ни Башинформсвязь, ни компания «Фиалка», которая вот в городе занимается именно монтажом видеонаблюдения, технически пока не может вот на сегодняшний день эту проблему решить. Но она решаема? Да, решаема. Я думаю, на следующий год мы придем сюда, в этот двор, и также соберемся. На благоустройство двора выделено порядка 500 тысяч рублей. От жителей финансовых вложений не требуется. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».